Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказов Фаберлик по 12 каталогу, много новинок, итак, поехали. Здесь у нас, собственно говоря, заказ по 12 каталогу плюс VIP-новинки 13 каталога. И давайте начнем с вами с кастрюли, раз уж она попала в кадр. Заказ, как всегда, на 100 баллов, много интересного. Про сковороду вы уже знаете. Я на Дзене много роликов по этому поводу снимала. Это не сковорода, это сотейник. Я думаю, что кастрюли в этом плане не разочаруют. Очень захотелось их обновить. Давным-давно, и в принципе меня вот такой формат, такое качество устраивает в плане кастрюль. Сковород, к сожалению, в этой коллекции нет сковородок, да, есть сотейник, вот, и две кастрюли и ковшик, потому что это абсолютно не сковорода, ни в каком месте, ни грамма. Я взяла 20 сантиметров, смотрите, маленькую кастрюлю, пока протестирую ее, если что, потом возьму большую. Вот так выглядит коробочка, это не ржавейка, здесь у нас с вами инструкция по применению. Я ролик обязательно в Дзене отсниму, как она себя ведет во время готовки, обязательно вам все покажу. Так, артикул, вот он, нашла, 910-438, характеристики здесь, кому интересно, тоже прописаны. Давайте открывать. Сверху в коробочке мы видим инструкцию. Для посудомойки, кстати, эта посуда не рекомендуется, были вопросы в прошлый раз. Вот такая крышечка, в принципе, такая же, как у сковороды. Приходит она вот так тканью обернута. Faberlic Home надпись, и она такая же плоская, как у сковороды, то есть абсолютно не выпуклая. Так, дальше. Кастрюлька тяжелая, кстати, девочки, убираю коробку. Кастрюлька прям тяжелая. Сейчас я ее распакую и вам все подробненько покажу. Так, вот она, прям тяжеленькая-тяжеленькая. Маркировка, литраж есть на внутренней стороне. Ручки такие же, как бы просиликоненные. Мне кажется, это тот же материал, из которого у нас с вами вся посуда для приготовления. Вот эти все чашки, ой, чашки, господи, ложки, лопаточки и так далее. Faberlic Home надпись. Вот такое вот дно, которое у нас трехслойное, да. Ну и в целом мне очень нравится. Мне нравится вот так вот каши варить, супчик даже отварить. В принципе, здесь 2,5 литра, но целиком, если до конца, получается 3 литра. Нормальный такой объем. Буду пробовать, если понравится, буду брать еще. Буду обновлять все свои кастрюльки и возьму, конечно же, большую. Теперь поехали дальше к основному заказу, к основной большой коробочке. Я ее уже открыла. И давайте начнем со средства для очищения ванной комнаты. Я взяла целых 2 штуки, девчонки, потому что кончилось, и как-то вот надо в запас всегда брать. Мощнее нету, оно суперское, оно классное. Здесь действительно эффект белизны. Артикул у него 302-21, что по факту не больше 5 минут держим на ванне, если она у вас чугунная. Акриловая выдерживает это средство получше. У меня просто была и акриловая, и чугунная, есть чем сравнить. Если держите больше 5 минут, начинает съедаться покрытие у чугунной ванны, она становится шероховатой, соответственно, больше грязи впитывает, чаще приходится ее мыть, поэтому в этом плане аккуратно. Я накручиваю распылитель на средство, которое тоже заказываю Faberlic, распыляю по ванной, оранжевой перчаткой Faberlic прохожусь еще по всей поверхности, выдерживаю 5 минут, смываю все чисто, просто кристально чисто. Теперь это средство я использую и для унитаза, но почему-то в этот раз мне захотелось. Хотелось заказать гель для унитаза отдельно. Они все в Faberlic крутые, классные, рабочие. Просто не люблю, когда много баночек, но тут все покончалось, надо запас это восполнить. Они все работают примерно одинаково. Вот этот, это самый последний, по-моему, 302-92 артикул. Он меняет цвет, насколько я помню, при соприкосновении с водой. Классный, мощный, суперский, здоровский. Так, девочки, что взяла по VIP-программе? По VIP-программе я взяла парфюм для стирки в гранулах. Я уже давала свой подробный отзыв на это средство. Мне не очень понравилось, потому что он не заменяет кондиционер, он не смягчает белье, поэтому нужно добавлять и кондиционер, и парфюм. Соответственно, ароматы смешиваются, соответственно, вообще не пойми что. Я пробовала уже в Дзене, тоже в Телеграм девчонкам показывала, и так, и сяк, и через косяк. Я не чувствую аромата на высохшем белье. Но сейчас, буквально недавно, я меняла постельное белье и как раз стелила то, которое стирала с этими аромакапсулами. И могу сказать действительно, что при движении появляется
теряется аромат. То есть вот в принципе его нет, но когда вот на него ложишься, немножко повозишься, да, он есть. Поэтому вот как-то вот мне понравилось. Вот мне понравился этот эффект, и я решила на постельном белье и на полотенчиках именно вот это средство применять. По VIP-программе выходит бюджетно. Еще мне очень хотелось именно зелененький потестировать. Артикул 308-46. На складе появились все парфюмы. Я знаю, их какое-то время не было. Я сейчас его открою, девочки, и по аромату вам все расскажу. Он у нас слюдой здесь немножечко запаянный. Вот такие вот гранулы на 20 стирок, но мне хватило на побольше. Хотя вначале я... Ой, как классно пахнет-то издалека. Слушайте, мне вот этот нравится больше, чем желтый. Вот он мне по аромату гораздо ближе. А желтый, я вам говорила уже, мне немножко мелодию солнца напоминает, а у меня почему-то в этом аромате есть какие-то отторгающие для меня нотки. А здесь какая-то парфюмерная композиция. Я не скажу, что это яблочко, это какие-то цветочки. И ни один из них не перебивает другой. То есть какие-то белые цветы с ароматом, зелени. Я не чувствую здесь никакого ни яблока, ничего. Может, где-то совсем далеко. Но он классный, мне нравится. Вот этот мне нравится гораздо больше, чем желтый. Ягодный вот почему-то у меня нет желания, но, возможно, ради эксперимента я его возьму. Так что имейте в виду, вот именно... при соприкосновении с чем-то, потом аромат этот активизируется. Действительно, это есть. Это есть. Поэтому вот только чисто для постельного белья, поэтому расход у меня будет у него минимальный. Акваспрей освежитель воздуха взяла, позаканчивались, один остался. У нас должно быть как минимум 2-3 в каждой комнате, все прям любят ими пшикаться. Этот аромат цветочное облако, аромат увлажнения. Да, действительно, потому что спрей водный, он безопасный для детей, для животных. Здесь есть защита от детей, вот такой вот колпачок. Артикул 303-28. Вот этот аромат очень классный, мне нравится. Так, дальше, девочки, зубные щетки. Раз, две должны быть. Прям пошучу, но вторую не найду. Значит, когда до нее докопаюсь, тогда и покажу. Ксюша и Женя взяла обновить зубные щетки. Вот такие угольные напыления. Они всем подходят, в принципе, всем нравится. Но для детей, конечно, немножко большевато головки, потому что она действительно такая вот большая. Это видно по соотношению к руке, да? Артикул 910-332. Вот эти щетки классные. Мне совсем не нравятся щетки силиконовые. Они вызывают раздражение у меня в полости рта, как будто стоматит начинается. Прям вообще не подходит. А вот эти норм, вообще норм. Так, дальше давайте, девчонки, новинки разберем. Вот такие. У нас с вами появляется новая коллекция белья в следующем каталоге. Без шовного и очень комфортного, без косточек. По типу такого плана. У меня есть два бюстгальтера с Wildberries. Я вам их показывала. Я ношу, только их не снимаю. Я никакое белье больше не хочу. Идеальная поддержка груди. Вот просто идеальная поддержка груди. Шикарнейшие, и никакой бюстгальтер с косточками просто не нужен, и эффект push-up, и все, и грудь выглядит шикарно, красиво, привлекательно и так далее. Поэтому я решила, что мимо этого комплекта я не пройду, хотя он гораздо дороже, чем такие стоят на Wildberries, и на Wildberries даже поинтереснее, здесь есть вверху кружево, а тут как бы его нет, но все равно взяла. Трусики тоже бесшовные, но там чистая синтетика. Состав вам показываю, и артикул тоже, где он у нас тут с вами, 504, 405, 67 полиамид, 33 и ластан. И артикул я вам сказала, так все, я взяла в размере, девчонки, L, потому что обычно такие модели мне подходит L-ка, то есть они еще будут обладать легким таким утягивающим эффектом. Давайте смотреть. Так. Ага, этикеточка у нас здесь. Да, да, я думаю, это будет хорошая утяжечка, смотрите. Сейчас камеру опущу. Вот так с вами посмотрим. Это будет хорошая утяжечка, я так думаю. Прям хорошенькая. Ну, шов здесь, естественно, есть. Небольшой такой вот сбоку. Но он не будет выделяться. Он прям такой вот, видите, практически незаметный. Они очень хорошо тянутся. Поэтому, да, я не прогадала, что взяла Эльку. Берите меньше, девчонки, если хотите, чтобы была утяжечка. Но не совсем прям маленький. Трусики как бы сделаны отлично. Все здесь, как всегда, ластовицы заклеены. То есть для примерки можно брать. Рекомендация у нас по стирке здесь с вами. Мне не терпится посмотреть бюстик. Бюстик я взяла в размере XL. Потому что черного XL уже не было. Или, в принципе, не предусмотрено, я не знаю. Артикул 504-386. Но так как здесь тоже чисто, ну, не хлопок отнюдь, 67 полиамид, 33 эластан, тоже такой же состав, я думаю, он будет хорошо тянуться. XL тоже мне должен подойти. Давайте открывать. Слушайте, да, вот камера, она почему-то всегда передает плохо черный цвет. Но это абсолютно такой же бюстгальтер, как на Wildberries, только здесь нет кружева. То есть здесь есть
Ну, вообще один в один, девчонки. Вообще просто один в один. Здесь есть съемная чашечка. Вот она. Только в том бюстике она у меня светлая. И здесь есть... А, нет, и ничего, здесь одна съемная чашечка. Я в Дзене сделаю ролик, скажу обязательно, как этот сидит на мне, и сравню его прям в ролике с таким же черным с Wildberries. В бюстгальтере с Wildberries две чашечки есть. Одна съемная, другая родная. То есть можно сделать эффект пушап. Здесь чашечка одна. Но я думаю, что в принципе должно держать грудь нормально, потому что вот все в один. Даже вот эти вот такие вот штучки-выемки, они абсолютно такие же, как в бюстгальтере с Wildberries. Здесь... Три ряда по три крючка. То есть в этом плане все нормально. И регулируемая лямочка. То же самое, вот вообще один в один, девчонки, как с Wildberries. Я знаю, у меня девочки из чата в Telegram брали на ВБ эти бюстгальтеры. Вот. И так что, девочки, вот, в принципе, один в один, только в 100 раз дороже. Но я как бы в этом убедилась, я возвращать не буду. Я уверена, он мне подойдет. Они мега удобные, они очень классные, они хорошо держат грудь, поэтому, естественно, я его оставляю. Так, поехали дальше. Так, дальше еще одна новиночка, девчонки, это вот такие органайзеры. Мне захотелось, знаете, я не знаю пока еще, куда я его поставлю, но выглядит это круто. 910-470 артикул. Я взяла средний размер. Смотрите, показываю вам материал. Размеры тут все показываю. Сейчас открою, посмотрим. Ну, это действительно выглядит круто. Это такая вот классная вещь с маркировочкой Faberlic Home, где вот этот кусочек, он под кожу. Она плетеная, как бы из такой веревочки, достаточно тяжелая, хочу вам сказать. Давайте посмотрим, вот что туда влезет. Сейчас мы с вами все туда напихаем. И я вам покажу, что у нас туда влезает. Вообще она красивая. Я не знаю, вот как насчет ванны. Как считаете, вот в ванну вообще уместно такие вещи ставить? Вот, как вы думаете? Потому что намокнет, вот мне так кажется. Смотрите. Нет, вам так не видно. Короче, все влезло. Все, что мы распаковали с вами, все влезло. Стоит, кстати, не очень устойчиво. Надо прям вот за этим следить. Все прям валится. Вот все прям валится. Хотя у меня ровный стол. Все валится. Вот так вот поставил, вроде стоит. Слушайте, по поводу, там, если какой-то уход свой ставить, крем и так далее, если тюбики маленькие, они там вообще затеряются, размер точно такой большой. Ручки. Ну, вообще красиво, мне нравится, прям красиво сделано, очень аккуратненько, прям стильненько, так тактильно очень приятно. И смотреться, ну, это куда-то надо ставить в зал, в интерьер, чтобы это было видно, потому что это смотрится круто. Я обязательно придумаю, куда поставить, потом тоже в Дзене ролик сниму. Так, дальше, что взяла еще по VIP-программе? Как всегда, листовой порошок, он выходит по 300 рублей по VIP с 70% скидкой, поэтому взяла его в запас, у меня уже пачек 7 в запасе и пачки 2 обычного. Пусть будет, как говорится, а то сейчас опять что-нибудь бах и подорожает. А вот как раз и вторая щетка, это черная, тоже с угольным напылением, как раз сиреневая Ксюшки, черная Женя. Артикул 117-48. Так, дальше, девчонки, по БАДам у нас с вами живица в следующем каталоге появляется. Ура, наконец-то, я так давно ее ждала, потому что осень и потому что надо. Вот в таких она баночках, девочки говорили, кто давно Faberlic, я сколько, 4 года Faberlic, 3 года Faberlic, что раньше она была в таких баночках. Так, артикул ее у нас 158,62. Давайте смотреть, что у нас внутри по факту. По сути, я думаю, здесь то же самое. Изготовлена она, кстати, в июле. Вот дата изготовления, как у нас крупно теперь. Чтобы прям было видно. Так, открыла банку. Ну, все, в принципе, то же самое. Только смотрите, здесь еще ваточка. Ваточка есть, какая прелесть. Осень, сейчас для профилактики буду начинать давать. Ну, Криски, наверное, нет, в этом году еще все-таки рано. Ксюш, я с 5 лет начинала давать, здесь 90 штук. Ксюшке по 2 штучки сейчас давать начну курсом. Месяца 2 пропить надо обязательно, потому что вещь работает. Я заметила это, когда мы ходили в садик. Я взяла 2 баночки, потому что я знаю, ее сейчас разберут. Вы такие, вы сразу расхватываете хорошенькое все. Так, дальше, Energy Boom, один из любимых моих БАДов, это энергетик. Здесь кофеин и гуарана, и он действительно дарит бодрость. Мне хватает одной таблетки с утра, и я могу переделать все, что необходимо. Я пью его не на постоянной основе, но когда вот мне надо, прям выпиваю, и все, когда у меня много дел запланировано и так далее. 157,27 артикул. Так, дальше, что у нас по БАДам, еще что-то есть? Да, конечно, но стресс, это у меня заказала знакомая, есть повод... Есть повод понервничать, поэтому она попросила подобрать ей что-то. Я посоветовала на стресс, потому что здесь есть классные компоненты, которые отвечают за выработку серотонина. В организме серотонин – это гормон счастья. Он в норме вырабатывается, но иногда недостаточно, особенно когда мы находимся в стрессовых ситуациях. То есть стресс – это не только он какой-то там успокоительный, будет вы от него спать будете. Нет, он нормализует ваше отношение к жизни, то есть он улучшает настроение. Он в целом очень классный. Я, кстати, от него... видела результат гораздо больше, чем от молекулярного БАДа NoStress.
Вот честно, девчонки. Поэтому смотрите сами. Так, дальше. Дальше у меня Ума 1 плюс подмывашка для девчонок. Пенится хорошо, можно как пену для ванны. Аллергии не вызывает, все отлично. 27,92 артикул. Есть 0 плюс, но нам вот это нравится больше. Так, дальше у меня уход, девчонки. Прям вот ухода опять набрала много. Не, ну не сильно много, но набрала. Вот, девочки, набрала опять и все тут. Взяла свой любимый гамаш из линейки Axiology. Обожаю его. Он у нас в артикуле 0271. Очень нравится применять его на утреннее, во время утреннего ухода. Он прям как-то, знаете, вот кожа после него дышит. Кажется, что прям кислород проникает. Он такой освежающий, классный. Там не сильно много частиц. Гелевая такая, гелевая консистенция, полупрозрачная. И он не царапает кожу. Вот деликатный такой утренний уход, но в то же время очищение до скрипа, не пересушивает. Вообще вещь обалденная, очень классная. Дальше тоник Айсиул. Он мне нравится, я люблю его повторять в холодное время года. Летом он мне как-то вот бывает тяжеловат, а в холодное время года прям заходит на ура. Поэтому рекомендую присмотреться. Так, артикул 0852. Я не скажу, что он прям какой-то тяжелый, там липкость вызывает, еще что-то. Но летом вообще как-то хочется от всего в жару отказаться, да? А сейчас вот осенью мы опять с вами к тяжелой артиллерии возвращаемся, приступаем к тотальному уходу прям за кожей. Поэтому да. И взяла попробовать пенку Реноваш. Мне ее давно очень нахваливают. Руки никак не доходят из-за обилия выпускаемых Faberlic новинок. Сейчас вот как раз все пенки заканчиваются. Взяла крем-пенка для деликатного умывания. Это линейка у нас, по-моему, с вами, если я не ошибаюсь, 50+. Но вообще не это как бы... Я на это не смотрю. Главное, чтобы работало хорошо. 0791 артикул. Потом о своих впечатлениях обязательно расскажу или пост в Дзене накатаю, девочки. Дальше две пачки детской туалетной бумаги. Постоянно понемножку берем. У нас ее небольшой расход, мы не постоянно ей пользуемся, но периодически она бывает нужна. Особенно Крис сейчас на горшочек ходит. Вот прям нужна. Она смываемая, что тоже очень удобно. 40 листов и артикул у нас с вами 30401. Две штучки. Так, дальше, девочки, я вот в прошлом каталоге не позарилась на новинку. Господи, какой же он маленький. Тонального крема. Это концентрированный тональный крем. Ну, прям потом почитала такие отзывы восхищенные. Слушайте, прям вот так нахваливали. Я решила, что мне надо. Чё он такой маленький? 67-48 артикул. Я забыла, как называется цвет, который я взяла. Посмотрите тогда, если что. Сколько тут миллилитров? Девочки, вообще 20. Он вообще мизерный. Я что-то даже на это не посмотрела. В любом случае, можно будет его перелить потом кушон и пользоваться как нравится. Ну или либо так, давайте я вам его сейчас просвочу. Он что-то даже выдавливаться не хочет, он очень густой, девочки. Вот такой тут носик, как крем для век. Что-то он какой-то не, ну не то что с розовинцой, вот камера вам эту розовинцу не передает. На моей руке я вижу легкий розовый оттенок. Сейчас попробуем. Не, мне должно подойти, но он очень густой, действительно. Вот как говорили, я такие продукты люблю, потому что я пользуюсь... Фокус-то где? Крайне редко, но если пользуюсь, то это должен быть... Фокус решил нас покинуть. То это должен быть продукт плотный, перекрывающая способность должна быть хорошая, поэтому... Но на руке, конечно, он не светловат, хотя это, по-моему, песочный оттенок. Сейчас я попробую его немножечко вот так вот по... руке разнести и посмотреть. На руке, конечно, он сильно западает в поры, но это концентрированный продукт, не забываем про это. И, в принципе, вот разошелся он неплохо. Сейчас пока ролик снимаем, я посмотрю, будет он подстраиваться или нет. Потому что вот камера вам опять не передает, а я вижу вот этот розовый оттенок на своей коже. Вот я его вижу, хоть убей. Так, дальше, девочки, жидкое мыло взяла. Beauty Cafe. Это у нас с вами лаймовый сорбет. Я его очень люблю. Или лайм, или груши беру, как правило. Мне нравится безумно этот цвет. Я переливаю в дозаторы. 29,33 для вспенивания. Мне надолго хватает теперь жидкого мыла. Так, дальше, девчонки. В этом каталоге за заказ был подарок пробников. Здесь порошочек, средство для чистки плиты, концентрированный гель для мытья посуды. Вот так вот презентабельно это все приходит в пакетике. Ну, в общем-то, красивенько. Красивенько, да? За 1 рубль.
Это вот такая акция. Сейчас много, кстати, акций в личном кабинете. Вообще просто куча. Так, Крис взяла вот такую зубную пасту. Она ее любит, прям очень уважает. Любит чистить зубы только ей, потому что здесь нет ни грамма намека на ментол. Она его не переваривает. 28,86. Я очень рада, что мы нашли пасту ей по душе, потому что это было на самом деле трудно. Так, дальше, девочки. Новые помады. Они были по хорошей скидке для участников Uberlic Drive. Они и так доступны к ВИК-заказу, но по цене каталога. Для участников программы Uberlic Drive вообще много всяких ништяков бывает, кто 100 баллов делает ежекаталожно, да, прям вот много, нравится, спасибо за это Uberlic, что сейчас у нас очень много акций в личном кабинете, прям довольно безумно. Так, и я взяла вот эти две помадки вообще за копейки, девчонки, 200 рублей, наверное, или даже меньше какие-то. Еще взяла масло чайного дерева для ухода за ногтями, потому что гель-лак сняла, и сейчас интенсивно ухаживаю за ногтями, отращиваю их и так далее. Ну, восстанавливаю немножко ногтевую пластину, захотелось мне так. Так, и у нас с вами масло чайного дерева в артикуле 13,44. Вообще вещь классная в косметологии и так далее. И масла Uberlic действительно достойные. Это действительно масла. И не такие даже, как продают в аптеке. Здесь вот действительно масло. Я это знаю, я это поняла. Поэтому супер. Не хочет открываться вообще упаковка. Вот Uberlic упаковывает, конечно, на совесть. Вот так выглядит флакончик. Я думаю, хватит надолго. Для ногтей это вообще сказка. Так, давайте смотреть помады. Я вам их просвочу, а потом сделаю отдельные ролики или посты на Дзене, где покажу и на губках. У нас в следующем каталоге выходят с вами две помады. Так, первая, смотрим, очень красивый, кстати, лаконичный такой фокус. Вернись, я все прощу. Ну ты чего? Ну нам чуть-чуть осталось. Работаем, работаем. Увлажняющая помада для губ Гидра Шайн. Артикул 402-38. Не помню, как называется цвет. Вот так она выглядит. Сам стик. Подстраивается, кстати, подстраивается тональник. Вот этот розовый оттеночек начинает с руки пропадать, чему я несказанно рада. На другой руке я буду свочить. Слушайте, это как такой ягодный оттенок. Я немножко другого ожидала. Я не помню, какой он в каталоге, но мне хочется открыть, посмотреть, потому что я такой не заказывала. Вот он, каталог следующий. Так, сейчас мы с вами посмотрим. 402-38 артикул. Смотрим. 402-38. Где он? Вот он. Он выглядит каким-то коралловым на фото. Вот здесь 402-38. Вот он, цветочная вуаль. Он тоже выглядит каким-то коралловым. И вот какой он лилово-розовый по факту. Ну, что-то как-то не айс. Вот так пигментация насыщенная. Но я не хотела такой прям розовый, честно. Ну, посмотрим. Посмотрим на губах еще, посмотрю, как он будет. Одно дело рука, и совсем другое дело губы. Так, и следующая новинка у нас с вами это жидкая матовая помада Мусс в артикуле 409-64. Пока каталог открыт, сейчас посмотрим. Так, это изысканный персиковый, девчонки, вот он, второй сверху. Я надеюсь, что он будет красивый. Говорили, уже слышала отзывы у ВИПов, что эти помадки, они немножко поплотнее нашей любимой жидкой матовой. Но здесь объем меньше, насколько я понимаю, да, вот так вот, судя по тюбику. Так, смотрим. Привет, мамочка. Да, привет, малыш, заходи. Так, смотрим, делаем сводчик. Скорее, тоже какая-то привет, розовая. Ну, в общем, мне кажется, она опять вот как-то слегка не совпадает, потому что в каталоге она кажется вот какой-то с коралловым, да, с персиковым подтоном. А по факту она розовая тоже. Но она поприятнее все равно, нежели чем первая. Давайте попробуем на стойкость. Ну, она еще, конечно, не успела схватиться, но пока вот так. Кстати, первая уже схватилась так приличненько. Но текстура приятная, вот на первый взгляд текстура очень приятная. Интересные новинки, интересные оттенки. Нет, все-таки вот это вот последняя некрасивая оттенок. Красивая, мне кажется, на губах будет смотреться прилично и сочно. Но я ожидала, конечно, коралловый потон, честно говоря. А здесь похож больше, ну не на нежно-розовый шелк, конечно. Ну хотя и на нежно-розовый шелк немного похож. Но вот на хрустальный розовый она больше похож, честно говоря. Вот этот вот оттенок. Так что, в общем, девочки, смотрите обзоры. Смотрите обзоры, выбирайте по сводчам. Потому что иначе в этой жизни никак. Так, ну и все, мои хорошие. Новый каталог у нас с вами, 13-й пришел. Здесь будет бытовая химия в подарок. А пока еще для новичков подарок денежки. Я знаю, что это гораздо приятнее, чем получать какие-то другие подарки. Поэтому, если вы в Uberlic не зарегистрированы, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться. А на этом все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.